2012 несет с собой надежду на обильный урожай. Чем ближе лето, тем шире распахиваются наши глаза на ожидаемые объемы экспорта. Сегодня на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Роберт Макарян рассказал об объемах заготовок и экспорта как по итогам 2011 года, так и тех, что намечаются на 2012. В принципе, мы развиваемся и ищем новые лазейки, чтобы модернизировать наше сельское хозяйство и облегчить жизнь крестьянам. Такой вывод можно сделать из доклада, заваленного различного рода большими и маленькими цифрами, которые представил журналистам господин Макарян. Согласно прогнозам, урожай абрикосов в этом году вырастет. Также возрастут объемы производства и экспорта. Министерство сельского хозяйства не имеет непосредственного воздействия на ценовую политику. С помощью регулировочных механизмов мы только можем подвергать их некоторой корректировке. Получается, что вне зависимости от объема урожая, надеяться на дешевые фрукты и овощи нам не придется. Каждый лишний килограмм будет переправляться за границу, а мы будем довольствоваться тем, что оставят в стране.